Как ты думаешь, почему руководство вашей страны не предпринимает никаких действий по возвращению вас на родину? Да я думаю, им неинтересно просто как граждане Украины, мы им неинтересно просто. Отношение офицеров было, нас считали просто как пушечное мясо. Мы ехали, как нам говорило наше руководство, в Днепропетровск разрывать контракты. Были ребята, которые выпрыгивали на ходу с машин, ну, на ходу там или при любой там малейшей остановке. Офицеры стреляли с автомата Калашникова в спину. Наш отряд отступал с Кременной в сторону Донецкой области, населенного пункта, или Краматорск, или Славянск. Какая дальше судьба, не знаю.